Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну а прямо сейчас, внимание, обратите на новинку. Это абсолютная новинка по цене распродажи, которая сегодня представлена перед вами в ограниченной партии. Итак, давайте посмотрим внимательно на туфли Габи. Цена 999 рублей и посмотрите, какой у нас широкий размерный ряд до 43-го. И мы с вами получаем сегодня комфорт в первую очередь. Mm-hmm. Самое главное, все, что нам с вами пригодится этой осенью, мы с вами получаем сезонную пару. То есть это туфли, которые вот сейчас как раз на конец августа, на начало сентября, до октября даже во многих регионах. Это то, что нам сейчас... Это то, что сейчас уже в магазинах в новых коллекциях стоит в 3-4 раза дороже. Ну это просто удивительно. И посмотрите, у нас есть три цвета на выбор. Наша Марина, модель, выбрала для себя цвет бежевый. Посмотрите, нежный бежевый. И обратите внимание, цвет подошвы идеально сочетается с цветом верха. Вот, кстати, это признак, конечно же, уже хорошего качества. Это подбор. Это стильно, да. Это все-таки, да, очень элегантно выглядит. Коричневый цвет, посмотрите, такой цвет горького шоколада, насыщенный. Здесь у нас черная подошва, такой немножечко контраст, да, и очень красиво блеск такой вот есть на нашей коже. Так, а коричневый цвет у нас представлен только до 41 размера, но черный цвет у нас есть до 43. Итак, выбирайте прямо сейчас. Размеры есть от 36 до 43, но вот только не в черном. В черном у нас заканчивается 41. Лер, а как нам выбирать размер? Посоветуй, пожалуйста. У нас здесь с вами размерный ряд соответствует нашему российскому, так что мы берем размер в размер, но плюс ко всему еще у нас с вами здесь 9-я полнота. Посмотрите, увеличенная полнота, которую мы с вами сегодня здесь для себя получаем. Это значит, что все, у кого большой подъем, все, у кого косточка, все, у кого проблемы со стопой, это ваша находка, это комфорт и удовольствие ваших ножек. Итак, вы получаете гарантированно идеальную посадку по ноге с любым подъемом стопы, потому что здесь есть еще и секрет. Это секретный крой, правильный крой туфель Габи. Звоните сейчас, у нас их, к сожалению, очень мало, а это актуальное сезонное предложение. Конечно, это прямо то, что нужно выбирать именно сейчас. Давайте посмотрим на них поближе. Давайте. Что это за туфли? Во-первых, это такое соединение классических закрытых осенних туфель, слепон и даже мокасин. Что мы здесь с вами берем от слепонов? Посмотрите. Вот они, эластичные ленты. Всегда в слепонах они есть по две с каждой стороны. Это плюс, представляете, к 9-й полноте еще увеличение подъема. Мы с вами от мокасин получаем увеличенный мысочек. Видите, какой он объемный. Это значит удовольствие наших пальчиков, это свобода их здесь расположения. И мы с вами здесь же получаем, смотрите, еще и мягкую пяточку, то есть никаких мозолей. Давайте еще раз поговорим с вами о комфорте. Комфорт – это то, что мы с вами выбираем в первую очередь. Потому что, ты знаешь, Лера, если честно, раньше ходила в узкой обуви, натрешь пальцы, потом целую неделю ждешь, когда все заживет, выбираешь для себя какие-то растоптанные старенькие туфельки, чтобы ножкам дать возможность зажить. А здесь мы выбираем сразу абсолютный комфорт. Благодаря продуманной конструкции обуви в ней можно ходить вообще целый день, не чувствую усталости. Отекшие ножки не страшны, мозоли исключены. И посмотрите, как здорово смотрится и с брюками, и с платьем. Вот, кстати, тот случай, посмотрите, когда действительно и с брюками, и с платьем. Ведь это редкость, согласите. Какую-то обувь мы с вами покупаем исключительно под платье, какую-то только под брюки. А здесь, посмотрите, если вы работаете в офисе, но не носите узкие, неудобные туфли, выберите для себя вот такую модель. Элегантность вы сохраняете, но получаете невероятный комфорт. Я вам могу сказать, что у меня размер 38,5, я взяла 39, мне свободно, учитывая, что у меня достаточная полнота, где-то семерка полноценная, вот эти мне более чем свободные. Я вам сейчас попробую показать в подъеме, сколько еще остается места, посмотрите. Да? И в полноте стопы, как видите, здесь тоже еще более чем достаточно свободы. На любую капризную ножку, на ножку отечную, на ножку с высоким подъемом, 9-я полнота, это идеальная ваша покупка.
юбка с закрытыми глазами, с телеканалом Shopping Show. Вы только посмотрите, насколько комфортно выглядит. Еще знаешь, я на что обратила внимание? Лера, они аккуратные, ножка маленькая в них. Да-да-да, вот тут я с тобой абсолютно согласна. Даже если у вас достаточно большой размер стопы, 40, 41, 42, вы смело выбирая для себя вот такие туфельки, получаете очень изящную ножку. И я вам могу сказать вот еще что. Когда надеваешь удобную обувь, ты сразу понимаешь, что в этой обуви можешь провести, ну, буквально целый день. Вот это тот самый случай. Небольшая совершенно танкеточка, посмотрите, этого достаточно, чтобы ножка расположилась так, как ей привычно от природы. Соответственно, вы абсолютно не чувствовали нагрузку на стопу. О, это потрясающе! Суперкомфортные туфли, увеличенная 9-я полнота, округлый мысок и удобный каблук на танкетке. Это все, что рекомендуют ортопеды. Это то, что необходимо нам для того, чтобы каждый день с утра до вечера чувствовать себя в полном комфорте. Ты знаешь, мне кажется, нам еще кое-что нужно для комфорта осенью. Так. Осенью все-таки начнутся дожди и слякоть. Ну как, мы бы не хотели этого, начнутся. Начнутся. Но хотелось бы сохранить при этом ноги в тепле, чтобы настроение наше с вами и осенью было комфортным. Так вот, здесь для этого есть все. Во-первых, эко-кожа. Эко-кожа не промокает. Слушай, расскажи, пожалуйста, что такое эко-кожа? Я с удовольствием. Вообще, знаешь, вот эко-кожа чем хороша? Это современный материал. Во-первых, он делается по принципу натуральной кожи. То есть в эко-коже тоже есть поры, поэтому нога дышит, поэтому нет парникового эффекта. То есть потеть нога не будет. Во-вторых, нет неприятного запаха. Полимеры, из которых изготавливается эко-кожа, они идентичны натуральным животным белкам. Поэтому мы получаем, ну, как бы такой вот аналог натуральной кожи. Вот я поэтому часто путаю, беру туфли, кожа, не поймешь кожа, сразу, а да? потом говорит, нет, это эко-кожа. Подождите, как это? Вот вы представляете, даже визуально очень сложно различить. А скажи, пожалуйста, а какие еще плюсы в отличие вот от натуральной кожи? Вот еще один бонус, смотри. Вот ты, например, осенью, да, вот в таких новеньких, кстати, вот коричневые мне очень нравятся, знаете, какие они прям, да, глянцевые такие. Вот ты в новеньких туфельках попадаешь вот эту осеннюю грязь, слякоть, вот это все. Да. Если у тебя натуральная кожа, во-первых, на ней останутся пятна. А она растянется. Скорее всего, деформируется моментально, да, и сразу же будет испорчен внешний вид, будет страшно жалко туфли. А если вот в этих, даже в белых, представляешь, вот таких светлых. Даже если в лужу. Даже в лужу, даже в грязь вы попадаете, во-первых, с ними ничего не будет. То есть вы домой пришли, протерли их салфеткой, поставили их высушиться, они не потеряют форму. Пятен на них не будет. И еще один бонус, здесь литьевой, опять же, метод крепления подошвы. Самый герметичный, то есть никакие лужи нам с вами здесь не страшны. Забирайте прямо сейчас туфли Габи, всего 999 рублей цена. Размеры от 36 до 43. Это цвет на ваших глазах коричневый. Есть черный и есть еще цвет у нас молочный. Бежевый, да. Самое главное, это суперкомфортная пара. Вот абсолютнейший комфорт. Мне нравится, что здесь учтены все особенности и все пожелания женщин. И 9-я полнота. И 9-я полнота. И увеличенный подъем, который вы подстроите под себя благодаря эластичным лентам, даже если ножка оттечет. И мягкая пяточка, значит, никаких мозолей. И мысочек, мало того, что высокий, он еще и широкий, где пальчики абсолютно легко, расслабленно себя чувствуют. Ведь у очень многих есть проблема, когда мы выбираем обувь с узким мысом. У кого-то вырастает ноготь. Ой, это так страшно, слушай, у мамы моей было. Больно, так было больно. Конечно. И мозоли, помнишь, вот мозоли сверху сухие бывают, которые портят нам внешний вид, а давление, которое испытывают нас. А пальчики искривляются. Вот, кстати, да, деформируется стопа очень сильно. Что такое широкий мыс? Посмотрите, то, что на наших туфельках. Пальчики чувствуют себя расслабленно. Хоть целый день проведите на ногах в этой обуви, ножки не устанут. Это суперкомфортные туфли. Ходите в дождливую погоду, можно, ноги не промокнут. Литьевой метод крепления и абсолютный комфорт, потому что здесь эластичные ленты, 9-я полнота, округлый и высокий мыс, а значит, каждый пальчик будет чувствовать любовь и заботу. И цена 999 рублей. Забирайте прямо сейчас, возьмите для себя и светлую модель, а вторую либо черную, либо коричневую, потому что только сегодня представлена впервые пара туфель Габи с максимальной выгодой. Все звонки бесплатные. Жаркая распродажа – это то время, когда нужно решаться и срочно успевать заказывать для себя туфли. Лер, еще один момент хотела уточнить. Скажи, пожалуйста, такую модель можно носить как сменку, например, вот зимой? Нужно. Я думаю, что очень многие с удовольствием так и будут поступать. Носите их с удовольствием осенью, до самых холодов и берите с собой как сменную обувь. Возьмите, я напомню вам, размер в размер. И напоминаю, что вы сегодня оформляете свой заказ, оплачиваете только при получении абсолютно безопасной покупки на Shop & Show.